мы готовились, ребята стараются, была команда. Грубейшие ошибки, которые нельзя позволять с этим соперником, так же, как и в домашних матчах, все равно допустили. Слабая реализация, реализация пока хромает, поэтому все, такой вот результат несколько закономерен. Сегодня третий период, за начало сказал ребятам спасибо, потому что и переломили, и играли действительно, и создали моменты. Но опять какой-то нелепый гол второй, и получился и третий гол непонятный там. Вот, у нас два выхода в 1-0, пока реализации пока нет. Вратарь у команды хороший, команда хорошая, соперник хороший, хорошие игры. Но болельщикам нашим огромное спасибо, приехали поболеть за нас, там ребят поддержали на улице. Двигаемся дальше, значит, пока вот немного не хватает, и это наш пока уровень, значит. Пока вот. Ну, дней... Буднее то, что выиграли, это здорово, что ребята нашли в себе силы, эмоции, принимали правильные решения, разобрали первую игру. То есть, ну, ребята, которые пришли, так скажем, ну, не новые, да, но тем не менее чуть звенья тусанулись. Вот, поэтому приходилось, ну, немножко, как бы так скажем, ну, налаживать связи. Вот, поэтому разобрали, ребята отреагировали, и мы, в принципе, увидели то, что хотели были увидеть. Да нет, мы, как обычно, просто какие-то моменты, что нужно улучшить, то есть разобрали какие-то моменты, где нам, в чем нужно просто сыграть лучше. И просто продолжать также играть свою игру, гнуть свою линию, хорошее движение, идти в давление. Естественно, мы понимали, что соперник проигрывает, и ну, они в любом случае будут идти. Поэтому мы были готовы, да, ну, конечно, когда ты проигрываешь, ты все равно идешь, рискуешь.